С острова Окинава в Японии лаборатория Макисы LifeUp дает новую надежду миллионам людей, внедряя новые способы лечения болезней. За последние 30 лет доктор Тадахиро Макисы заглянул за грань западной медицины, объехав больше 90 стран мира в поисках естественных веществ, которые бы облегчали заболевания, которыми страдает человечество. Доктор Макисы основал Альянс здоровья между Японией, США и Европой. Эта организация положила начало новому медицинскому подходу, который мы называем новым лекарством, так как оно состоит не только из натуральных веществ, но также из особых витаминов и минералов. Лаборатория Макисы LifeUp представляет натуральные продукты высочайшего качества, найденные и отобранные доктором Макисы, которые он также использует в своей клинике, где наблюдается невероятный прогресс в лечении многих его пациентов. Здравствуйте, я доктор Тадахиро Макисы, терапевт, практикующий на протяжении 30 лет. Около года назад на американском сайте людей, следящих за своим здоровьем, была опубликована статья о моих клинических работах. И я получил очень много писем от американских пациентов. Я был очень удивлен, узнав, что в Америке так много людей, страдающих раком простаты. И тогда я начал выписывать добавку «ракушечный имбирь» всем тем, кто болен раком простаты. После этого я получил на удивление много писем с благодарностями, в которых люди с раком простаты писали мне, что их болезнь прошла после 3 месяцев приема имбиря Джипанг. Каковы стандартные методы лечения рака простаты? Есть прекрасные способы терапии, но после такого лечения от 5 до 10% пациентов страдают импотенцией или недержанием. Поэтому в моей клинике, когда ко мне приходят пациенты, я рекомендую им сначала на протяжении 3 месяцев принимать Джипанг имбирь и посмотреть на результаты. И если никаких улучшений нет, тогда я предлагаю пройти хирургическую или радиационную терапию. Но пока что я не говорил ни одному пациенту пройти терапию после того, как они принимали Джипанг имбирь. Доктор Макисы также рекомендует Джипанг имбирь своим пациентам, страдающим болезнью Альцгеймера, ревматоидным артритом, остеопорозом, а также гипертиреозом и гипотиреозом. Именно генетические особенности Джипанг имбиря делают его таким эффективным. Ракушечный имбирь подавляет липоксигеназу, которая превращает арахидоновую кислоту в лейкотриин. Лейкотриины, вызывающие астму и другие аллергические реакции, могут усиливаться, вызывая воспалительные реакции. Имбирь Джипанг устраняет многие заболевания, вызванные аллергическими реакциями, включая астму. Люди, которые едят мало рыбы и овощей и много красного мяса, содержащего большое количество арахидоновой кислоты, получат большую пользу от Джипанг имбиря, потому что он нейтрализует вещества, которые вызывают аллергические реакции. Недавно в ракушечном имбире было найдено редкое вещество — лабдедеин. Именно он препятствует гликированию веществ в организме, что является основной причиной сосудистых осложнений и сахарного диабета. Лаборатория LifeUp также обнаружила антивирусное воздействие ракушечного имбиря. Экстракт ракушечного имбиря может подавлять интегразу ВИЧ, а также нейроминидазу вируса гриппа. Эта информация была опубликована в престижном журнале о промышленной и пищевой химии. Имбирь Джипанг производится из листьев ракушечного имбиря в ходе особых процессов. Имбирь Джипанг — это ведущий продукт компании Макисы LifeUp. Основным ингредиентом являются листья ракушечного имбиря или Alpinia zerumbet, многолетнего растения семейства имбирных. На протяжении сотен лет жители Окинавы пили чай из ракушечного имбиря, и это сказалось на их здоровье и долголетии.
Несмотря на то, что ракушечный имбирь растет только в паре мест на Земле, его разнообразие на острове Окинава очень велико. Потому что в почве на острове Окинава есть примеси кораллов и известняка. pH-уровень почвы низкощелочной, что является наилучшим условием роста ракушечного имбиря, применяемого для сохранения внутреннего здоровья. Ракушечный имбирь, растущий на Окинаве, изобилует десятками полезных веществ, например, хлорогеновой кислотой, фируловой кислотой, кварцетином, эпикатехином, катехином и камфорой. Вернемся к доктору Макисе. В этот росток жасмина мы добавляли экстракт ракушечного имбиря, а в этот только воду. Через 8 месяцев разница видна невооруженным глазом. Этот жасмин гораздо более сильный и здоровый, нежели этот. Мы также испытали эффект ракушечного имбиря на курицах. Куриц кормили ракушечным имбирем с первого их дня до состояния взрослой особи. Активность антиоксидантов увеличилась больше, чем на 80% у куриц, которых кормили ракушечным имбирем. И это благодаря фенольным ингредиентам. Хотя обычно мясо не содержит фенольных составляющих. Грудка и бедро куриц, которых кормили ракушечным имбирем, имели большое содержание фенола. К тому же тесты показали, что это мясо было гораздо вкуснее и качественнее, чем обычно. Лаборатория и клиника Макисе LifeUp и университет Рюкю создали общий проект по определению полезных свойств ракушечного имбиря. Исследовательская команда обнаружила серию положительных эффектов в отношении некоторых болезней, сосредоточив свое внимание на таких вопросах, как грипп, омоложение и диабет. Моя лаборатория на острове Окинава сотрудничает с факультетом агрокультур университета Рюкю. В данный момент мы исследуем то, как ракушечный имбирь борется с вирусом гриппа. И мы обнаружили, что ракушечный имбирь действительно подавляет нейраминидазу вируса гриппа. В заключении я бы хотел сказать, что имбирь Джипанг имеет большой спектр общетерапевтических свойств. Эта добавка определенно поможет людям стать здоровее, сильнее и моложе. Как говорится в старой поговорке, 5 таблеток Джипанг имбиря прими и к доктору больше никогда не ходи. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вас заинтересовал имбирь Джипанг, пожалуйста, присылайте свои письма на мой адрес. И если у вас есть какие-то вопросы, я всегда рад их выслушать. А если вы можете описать свои симптомы или заболевания, я смогу посоветовать вам, сколько таблеток принимать, а также какие дополнительные витамины и минералы стоит принимать. Спасибо большое.